Ты ёб твою мать! Ты что делаешь? Ты что делаешь, псих? Ёб твою мать! Блин. Мне и смешно, и страшно одновременно, потому что в 16-м году то же самое произошло. Ты опять пикаешь, да? И всем привет, с вами Лев, и как вы уже поняли, это новый летсплей под названием «Время хардкора». Да, ребята, в принципе, я, как видите, в начале самом видел тут херабрина, прям на этой точке. И, в принципе, я даже не знаю, нужен ли тотем или нет, но, в принципе, думаю, пока что не нужен. На самом деле, у меня уже мурашки по коже, потому что я только что записал первую серию, и я перезаписываю, потому что, ну, как-то мне не особо понравилось видео, которое я первый раз записал. Ну, а сейчас, в принципе, я опять испугался, да. В принципе, как-то так. О, откуда этот... Откуда эти три факела? Окей, ладно. В принципе, неважно. Тут звуки громкие достаточно Майнкрафта будут, поэтому, ребята, как бы не удивляйтесь, да. В принципе, как-то так, видите, тут есть мод на херабрина, то есть я решил совместить моды и хардкорные, и страшные. То есть здесь можно будет и испугаться, и как бы просто хардкорно будет, и всякие изменения будут, все такое. В принципе, да, на нас тут уже нападают всякие зомби, все такое. Фух, ребята, в принципе, у нас тут в сборочке 37 модов, и, в принципе... В 16-м году как раз я записывал, как бы, ну, херабрин был, то есть мод на херабрин, вот этот же был установлен на эту же версию, на 1.7.10. В принципе, объясню позже, почему на эту версию. Ну, вообще, все просто, потому что куча модов нету на новых версии, даже на 1.8, 1.9 нету таких модов по типу херабрина, все такое. Короче, есть мод от разработчиков Divine RPG, это мод... Internal Isles, ну, потому что я название сегодня меня путаю немножко, ребят, поэтому, извините, я тут почитал. В принципе, как-то так, окей, давайте это вот закроем, да. Здорово, зомби, да, в принципе, у нас уха, все как жестко, да, стоит. В принципе, у нас тут есть индикатор, видите, тут написано Way Easy, то есть очень легко это переводится. Ну, как вы видите, здесь, ну, уже какие-то зомби нападают, то есть здесь, на самом деле, очень хардкорно даже в самом начале. Но я так понимаю, то, что дальше будет еще жестче, еще хардкорнее, еще просто там жопа полная будет, как всегда, короче, да. В принципе, ладно, что-то орут все монстры. А что я делаю, если у меня уже есть кирка? Хорошо. Придется все-таки копать, потому что каменной кирки, к сожалению, в сундуке не попалось. Это, конечно, обидно, но... Вот такая вот, ребята, фиговина произошла. Пошел отсюда. Ты нихера себе! Ага, легко. У меня, блин, я с двух ударов умереть могу от монстров. Ну иди сюда, зомбяра, ёпта. Давай. Ой, боже, ну это, конечно, было интересно. Прям в самом начале. Я прям реально не ожидал. Я прям так, когда увидел сразу миллион херабинов, только запустив мир. Я прям вспомнил этот 16-й год. В принципе, я думаю, я уже показал это, как бы, момент. Ну, момент. Из видео, как я это все, как это все было. Да. Ну просто, только в 16-м году, по-моему, так херабрин на меня нападал, когда я мир создавал. Я уже думал, что я никогда такого не увижу. Ага, конечно. Да. Окей, здесь кроме херабрина есть и другие страшные моды. Типа крипипасты, не знаю, вы знаете ли вы этот мод или нет. Циклоп 70 кп. Спасибо. Я очень рад. Что? Стекло откуда-то. Окей, я помолчу. Видимо, все-таки тотем не нужен. Я не понимаю. Иногда такое, я так понимаю, какой-то шанс такой дается. То, что типа, ну. То, что типа тотем не надо. Потому что иногда просто лагает. То есть ты без тотема создаешь мир, звуков ничего вроде как. Нету страшных. И приходится тотем ставить. Сейчас, я так понимаю, его вообще ставить не нужно. Я ничего на столиках не делал. Так, вот это, кстати, хорошо. О, ух ты, это что за гоблин, блин? Да, спасибо, гоблин, то что
у тебя тут на индикаторе написано, потому что я как раз забыл, как правильно это существо назвать было, да? Не собака же. Боже мой. Я думал, что это обычная коровка. Это коровка Хелбина. Нет, ребят, здесь уже тотем не нужен будет точно. Есть тотем для Хелбина, если что. Боже мой, меня уже насекомые пугают. Из мокрейшерса, блин. Фух. Жесть. Я буду тут, наверное, орать, визжать весь летсплей. В принципе, как-то так, да. В принципе, вообще, я раньше снимал же как бы летсплей. И здесь будет... Наверное, я буду как-то здесь по-другому себя вести. Ну, в других видео я как-то себя по-другому... Себя как бы... по-другому из себя как-то. Боже, я сейчас просто не знаю, опасусь, наверное, потому что я, блин, уже даже не могу сказать никаких слов, потому что... О, боже мой, мне я просто... Я не знаю, сейчас заору просто, я очень хочу заорать просто. Я не... Ой, боже, сейчас... Я, блин, боялся заору, мне кажется. Фу-ху-ху-ху-ху, блин. Я просто только что снимал... Сейчас у меня еще вечер, то есть у меня не просто там утро какое-то. То есть утром я особо не пугаюсь от Хелбина. То есть как-то не страшно, да. Типа там солнце светит, все такое. А вот сейчас у меня уже даже там темнеет, да, у меня там темнеет, плюс еще плохая погода. Окей. Там не особо, конечно, темно, но все-таки. Все-таки уже вечер. Где-то часов, наверное, почти 8 уже. Надо успеть хотя бы сей дверь заснять. А может быть и одну уже вообще, мне кажется, одну я и только и засниму. Так, что-то долго ломается, ладно. Фух, ребята, достаточно интересное начало. Блин, а вещи же забрать, точно. Давайте быстренько сейчас, быстренько вот так вот сделаем. Я верстак, чтобы осталось, я вот так вот сделаю. Фух, они пропали. Кстати, неплохая тактика, то есть, типа, если сразу телепортнуться, они тут будут, если что. Пошел отсюда, зомбяна. На. Все, не залезет никто. Ни один зомби не залезет, ребята. Боже мой. У меня же нога дергается. Вы понимаете, до чего этот Хелбин меня довел? Тут еще есть мод на плачущего ангела, все такое. То есть тут реально страшно. Интересно, вот эта собака. А, нет, это видите, 26 хп. Тут отличие по хп очень большое, то есть. У одного моба тут 70, у другого, блин, 200. То есть тут реально интересно. По-моему, тут почти с каждым днем у каждого моба будет хп расти. То есть у обычного циклопа, по-моему, должно быть 25 хп, у него 26. Ну, это самый обычный, то есть не босс никакой, не мини-босс, точнее. То есть эти боссы есть такие маленькие, типа, ну, типа такие. То есть ты их убил, какие-то вещички получил, типа... Кольчуги, там, кожанки зачарованный, там, меч какой-нибудь, там, железного, каменного. Так, это у нас цыпленок какой-то, я не знаю, да? Я не знаю, как эта игра называется, но он с той игры похож очень. Может быть, это он и есть. Ну, если что, за мной бегает. Надо уже убегать от него. Пошел отсюда, пошел! Что, он меня не увидел, что ли, или что? Ладно. Прикольное такое дерево. Ягодки всякие. Яблочко скушаю. У нас тут и капитейтер, если что, есть. Поэтому... Достаточно быстро, кстати, он ломает тут. То есть немедленно, быстро. Поэтому проблем у нас с этим не будет хотя бы. Уже хорошо. Есть всякие другие прикольные моды. Короче, ребята, наверное, первый сейф не особо будем развиваться. Потому что тут всякие хербины, все достаточно жестко, хардкорно. На самом деле, надо быстро развиваться. Как только можно быстрее. Ух ты, тут уже какой-то этот самый данж. Ну, кстати, мне почти в каждом мире попадается. Я тут уже далеко не в первый раз снимаю. У вас, наверное, пятый. О, музыка в Майнкрафте. Ну, сейчас погромче, естественно, сделаю. О, музычка. Блин, так ностальгия прям такая. Не знаю, слышите, нет. Давайте еще погромче. Все, не буду мешать. Просто самому хочется послушать. Фух, блин, на самом деле это страшновато было. Но я думаю, то, что в момент, когда музыка играет, Хелбин хотя бы нападать не будет. Так, у нас тут есть какой-то чили-перец. Перец чили. Наподобие этого.
Так, хорошо. В принципе, поломаем кучу дерева. Уже, блин, вечереет. Тут и так днем очень хардкорно. А ночью еще жестче, пока сны. Ну, пару раз как минимум. Да. Вот там, кстати, тоже хелбин есть. Такой спойлер скажу. Я же мозги устанавливаю сам. Знаю. Помню. Что он делает? Кивает мне нет. Типа, не иди на этот остров. Ладно, хорошо. Фух. Блин, нифига тут деревья, конечно, у меня. Блин, на самом деле страшно, ребята. Извините то, что я такой неадекватный сегодня. В принципе, еще какой-то такой звук у меня немножко другой. То есть, можете, вы заметите. Но вот, вот такой вот у меня звук получился. Не знаю. Как-то так. Блин. Да давай, стройся. Окей. Думаю, нам хватит. Это все-таки коробочка будет. Быстренько надо построить. Хотя бы, чтобы защититься от кого-нибудь. Да. Нам хватит, я думаю. В принципе, не вдвоем играю, один играю. На одного, в принципе, хватит. Возможно, кстати, с кем-нибудь буду записывать. Ну, может быть, не в этом летсплее, может быть... А хотя я... Когда-то же люди же записывали, типа, сначала одни, тот же летсплей, а потом с кем-то. То есть это нормально считается. Я думаю, и сейчас это нормально считается. Блин, капец, громкая музыка. Меня вообще слышно, наверное. А может быть, и нет. Да, в принципе, зато поностальгируйте этой музыкой, как и я, в принципе, немножко. Я ее, кстати, начал слушать достаточно часто, то есть я более-менее так достаточно часто слушаю эту музычку Майнкрафта. Так, вот так вот немножко сделаем. Все, дерево тратить я не буду. Я думаю, пауки на нас особо не нападут. Тут, кстати, скелетов нету, вот что радует. По-моему, их тут нету. Это уже хорошо. Фух, все. Дерева не особо много, но все-таки ладно. Окей, давайте осветим местность. Ну, еще две сделаем. Чтобы было. Фу-фу-фу-фу-фу. Блин, на самом деле. Блин, тут капец такое место. Окей. Немножко осветим. Так, ладно. Блин, такая ностальгия прям под эту музычку. Это вообще жесть. В принципе, ладно, ребят. Думаю, мы, наверное, на этом сегодня закончим. Потому что, в принципе, такая вот серия получилась. Ну, потому что, я думаю, много мы сегодня продолжать не будем. Извините, в начале видео какая-то у меня такая реакция была не очень. Ну, потому что, ребята, я только что записывал видео. И там прям нападали всякие хелбины, куча монстров. Я реально очень сильно кричал, все такое, поэтому... К сожалению, я это, ну, не буду, наверное, выкладывать то видео. Это выложу, да, в этом мире. Поэтому, ребята, как-то так, да. Там, я не знаю, почему, но там такой звук какой-то странный. Может быть, в этом видео тоже будет как-то... Вот такое чувство, какое-то эмоции какие-то поддельные. Вот я так посмотрел видео, такое чувство, какое-то эмоции поддельные. На самом деле, ребята, все реально эмоции, то есть, типа... Никакой тут подстановы нету, мне реально страшно, мурашки там по коже. Ну, сейчас не особо, конечно, но все-таки. Окра, хорошо. Ой, боже. Ну, сейчас, в принципе, не особо страшно, вроде как все успокоилось. Буду, по крайней мере, на это надеяться. Хелбин может любую минуту напасть. Тем более, музыка Майнкрафта закончилась. А это значит то, что уже повод... Бояться. Вообще, мне кажется, в каждой игре, когда идет музычка какая-нибудь такая приятная, это значит то, что ничего страшного происходить не должно, да. Даже всяких инди-хорроров. Да. Ну, как во время музыки будут всякие монстры нападать? Это даже не особо страшно, наверное, будет. Да. Фух. Окей. В принципе, так, что я хотел сделать? Печка у нас есть теперь. Сделаю еще сундук, во-первых. Сделаю сундучок. Будет уже два сундучка. Вот так вот. И, в принципе, сюда что-нибудь сложим. Вроде как это все вещи, которые у нас пока что есть. Их, конечно, мало, ребят, но я думаю, в следующей серии мы уже этим займемся. Так, единичка какая-то, я уже не помню, что это такое. Так, окей, давайте вообще во всех изменениях сделаем. Какой цвет? Ну, давайте будет, я не знаю, зелененький. Назову дом.
У меня на узком или на английском? С каком будет? На хом. Ладно, невидимое что ли? Отключил. Так, ладно, меточки убьем. Вот эту по крайней мере. Вот сюда типа посмотрим, есть ли у нас тут еще какие-то вещи. Проверим, так сказать. Интересно. Да, в принципе. Да, и будем на этом заканчивать, ребят. Вот такое вот видео получилось. Не особо, наверное, ну, не особо интересно, типа, только начали выживать. Я вам говорю, сборка очень интересная будет. То есть, я постепенно буду что-нибудь рассказывать вам, как у меня там в прошлом все было, да. Извините, то, что реально так долго роликов не было. На самом деле, я хотел еще записать 17 мая видео про Майнкрафт. Ну, про то, что 10 лет Майнкрафту, да. Извините, кстати, то, что я это не записал. Думаю, в будущем запишу, ну, думаю, в каком-нибудь скором времени запишу просто видео об этом, да. Может быть, да. В принципе, как-то так. Это у нас, по-моему, скелла лох, насколько я помню, да. То есть реально так написано, я не пугу, как бы. Скеллох. Как-то так, да. Видите, у меня на радаре показывается. В принципе, ладно, хом. Это, наверное, удалим, ребята, и, в принципе, будем, ребята, заканчивать. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. Даже те, кто подписаны, как бы, посмотрите там, если у вас колокольчик, потому что у меня сейчас и с подписками проблемы, и с лайками все на свете, поэтому, ребята, давайте, я не знаю, поможем, да, хотя бы на летсплей, да, будем набирать кучу там лайков, все на свете, короче, все. Ой, там вот эта красная фиговина бегает быстрая. Ну, думаю, видите. Всем спасибо, пока-пока и удачи. Пока-пока.